Премьера четырехсерийного сериала «Крылья бабочки» состоится 28 ноября на канале «Украина». Кратко о сюжете сериала. Это история о первой любви. Встречаются двое взрослых состоявшихся людей, которые в юности любили друг друга. Но тогда они наделали много ошибок, приняли решение сгоряча, не разобравшись. История любви Лизы и Дмитрия началась много лет назад. Они готовились пожениться, но подруга Лизы Катя и друг Дмитрия Густас. В результате тонко закрученной интриги их разлучили. Катя втайне любила Дмитрия, а Густас был влюблен в Лизу. Лиза и Дмитрий расстались. Лиза вышла замуж за Густаса и уехала с ним в другую страну. А Дмитрий женился на Кате. История юной любви почти забылась. Но через много лет жизнь снова сводит бывших друзей и, по иронии судьбы, в этот раз уже между их детьми вспыхивает сильная первая любовь. Первая любовь, ошибки и недоверие, чужие интриги, юным влюбленным доведется пройти через множество преград. Да и их родителям тоже выпадет шанс переосмыслить свое прошлое, словно вернувшись в юность, в ходе повествования всплывут давние ошибки, семейные тайны, обманы.